В конце августа этого года нам, к сожалению, не удалось поехать в Горный Алтай, но у нас были замечательные помощники. Всем опять привет снова. Бабушка с дедушкой летали много куда. В Париж, в Таиланд и в Сочи. В Париж и в Юпитер. Они многое вам расскажут и покажут в следующий раз. А сейчас вы подписывайтесь на наш канал, пишите лайки, кто не подписался на наш канал. И можете, и чтобы не пропустить новости, жмите на колокольчик. Всем пока! Вы на канале «Путешествуем экономично-загранично». Сегодня я опять веду блог «Одна без бабушки и без дедушки». Они остались дома. А мы с родителями поехали в Горный Алтай на нашу любимую базу «Орлиное гнездо». Летом все, конечно, дороже. Я уже показывала ее вам зимой. А теперь посмотрите, какая там красота летом. Очень удобно в домике на берегу Катунь. Там были очень мягкие подушечки и кроватки. И мама моя вам все подробно сейчас расскажет. И туалет с душевой кабиной, полотенце, фен даже есть. Отлично. Это отдельно стоящий домик. Вид из окна. На Катунь. Отлично. Все, погнали. Прямо рядом с нашим домиком был бассейн с теплой водой. Это бассейн. Тут рядом беседочка. Катунь. А здесь мы жарили шашлыки вечером и любовались природой. Красота. Алис. Ой, какая умница, молодец, отлично, класс. После прогулок можно и поесть в нашем красивом ресторанчике. Девочки стирали прививку вот сюда, она не плакала. Откуда знаешь? Откуда знаешь, ты прививку? Когда? А, не прививку, это так же, как тебе проверяли температуру. Ты что?
Ну потом, папа, на тарелочку. Здесь всегда очень много вкусной еды. Голодными не останетесь. Больше всего ты любишь. Я уже большая и днем не сплю. И поэтому мы после обеда ходили на детскую площадку. Купались в бассейне. Там очень теплая вода. Здесь мы прожили 3 дня и поехали домой. И как всегда мы по дороге заехали на Манжерок. Манжерок наконец-то заработал. Жизнь кипит, бурлит. Подъемники работают. Детские аттракционы. Кафе. Тир, дартс. Здесь так же красиво, как на Красной Поляне в Сочи. В этот раз сбылась моя мечта попрыгать на батуте. Мне было вообще страшно. На Манжерке появился такой вот магазинчик. Здесь продают чешскую выпечку. Кто был в Праге, знает эти булочки знаменитые. Сейчас будем пробовать, такие же ли они на вкус. Блин, я до мамы снимаю. Да она вырежет. Я говорю там. Вкус как в Праге. Очень вкусная булочка. Вкус классный. Как в Праге.